Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, слава тебе, Господи, с Божьей помощью! Уже сегодня директор выслал видео, как заливает наш колокол 270 килограмм. Добрый день! Плавится металл для заливки колокола весом 270 килограмм для чудотворной иконы Казанской Божьей Матери. Заказчик Валентина Корниенко. Дорогие братья и сестры, все ваши имена я записываю в тетрадочку. Будем молиться чудотворной иконе Казанской Божьей Матери. И вот увидите, с чего этот колокол выливается. При заливке колокола, помимо меди, 18% составляет олово О1ПЧ. Это чистейшее пищевое олово 3/9, которое дает звон самого колокола. А также используется фосфористая медь, 2% для разжижения металла в момент заливки. Знаете, даже мне было очень интересно это увидеть, как они закидывали в печку железо, с какого металл, как он плавился, как его выливают. Вот, дальше увидите, как директор, вот, он сказал, что уже залили колокол. Заливаем колокол в честь Казанской чудотворной иконы Божьей Матери, колокол весом 270 килограмм. Заказчик матушка Валентина Корниенко. Как вы уже знаете, что вы жертвуете на этот колокол, что он выливается сегодня, потом как его будут выбивать, как, потом как его чистить будут. И все постепенно, постепенно, и уже потом будет наш колокол. И вот самое главное, дорогие братья и сестры, что там будут иконочки Николая Чудотворца, Нерукотворный Спас и Почаевской иконы Божьей Матери. И вы знаете, я очень долго думала за молитву на этот колокол, как сделать, вместить всех-всех людей, кто жертвует. И там такая молитва будет, чтобы Господь просил всех людей, кто жертвует на этот колокол, просил все согрешения и помог каждому человеку спасти свою душу. И эта молитва как бы вмещает всех нас, всех вас, всех-всех. Эта молитва очень там красивая, такая молитва к Богу, очень такие слова сильные. Я хочу вас всех-всех поблагодарить. Спасибо, Господи, очень вам благодарна всем, что вы помогаете всем моим людям, всем моим слушателям, всем моим родным. Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры, и всем поклонникам Юрия Батурина, всем вам, дорогие братья и сестры, поклон за то, что вы помогаете, чтобы мы выплатили колокол 270 килограмм. И, конечно же, такая радость сегодня, вы увидите заливку самого колокола. Это, конечно, очень интересно. И для вас всех, наверное, вы тоже никто не видели. Директор сегодня 5 часов стоял возле печи, но не постоянно, ну просто моментами приходил. И вот это надо было сначала одно ему снять, потом другое прибегал, третье, чтобы мы все увидели, как заливается наш колокол. Во славу Божию, 270 килограмм колокол Пресвятой Богородицы. Не всегда со мной останутся, потому что это люди, которые помогают, это люди, которые поддерживают, это люди, за которых мы молимся. И я прошу, грешница, дорогие братья и сестры, вы молитесь за меня грешную, чтобы Господь помог нам, дорогие братья и сестры, это дело довести до конца. Это святое дело, Матери Божией. И это все делаю, дорогие братья и сестры, во славу Божию. Колокола выливаются на века. И пускай они звонят, дорогие братья и сестры, пока мы будем живы, а потом мы умрем, нас не станет. Пускай они дальше звонят, и чтобы молитва за нас всегда и шла к Господу Богу нашему Иисусу Христу. Спаси, Господи.